Сегодня 17 мая. 17 мая 1896 года в Самаре приступили к работам по постройке новой ветви конно-железной дороги. Вторую линию конки было решено проложить от пересечения улиц Самарской и Москательной, сегодня это улица Льва Толстого, до железнодорожного вокзала. После завершения работ общая протяженность конно-железной дороги в столице губернии составила почти 9 километров. 105 лет назад, 17 мая 1918 года, в Самаре вспыхнул мятеж. Отряды восставших анархистов-максималистов заняли почту, телеграф и телефонную станцию, выпустили из тюрьмы уголовников и вооружили их. Для подавления мятежа городской исполком сформировал дружины из рабочих местных предприятий. Так в Самаре начиналась гражданская война. Вскоре мятеж был подавлен относительно малой кровью, но это был всего лишь пролог грядущих бурных событий. Ежегодно 17 мая во всем мире отмечается Всемирный день электросвязи и информационного общества. В народном календаре сегодня день Пелагеи Заступницы. В ту пору частый и сильный дождь сулил чистый и обильный урожай. А еще в этот день рубили дерево на выделку ложек и делали заготовки – баклуши. Это были лишь некоторые события, случившиеся в 17 день мая. Всего вам самого наилучшего!